Долгожданное событие в поселке Эммаус Калининского района. В населенном пункте открылся новый детский сад на 80 мест. Объект был возведен за счет средств регионального бюджета. Учебное заведение дошкольного образования начнет свою работу в ближайшее время. Одно из первых в стенах планеты детства, именно так называется учреждение для дошколят, побывала наша съемочная группа. Два этажа, четыре группы и 80 дошколят в современных просторных помещениях. В поселке Маус Калининского района состоялась церемония открытия нового детского сада. Экскурсию по зданию для гостей провела заведующая садиком Ирина Вавилова. И вот эти вот кресла-мешки, любимые очень нашими детками, тоже для релаксации предоставлены. У нас будет функционировать четыре группы. Одна группа будет для детей до 2 лет, вторая группа для детей с 2 до 3 лет, и на втором этаже у нас будут группы, две группы для деток с 3 до 4. Везде группы будут укомплектованы по 20 человек в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Строительство нового детского сада в поселке Эммаус велось в рамках действующей в Калининском районе программы развития муниципальной системы образования и национального проекта «Демография». Серьезную работу, дабы садик как можно скорее распахнул свои двери для малышей, вели и местные депутаты. Как отмечает председатель Совета депутатов Эммаусского сельского поселения Андрей Белокопытов, большую благодарность местные народные избранники выражают губернатору Тверской области Игорю Рудени, который лично контролировал возведение учреждения дошкольного образования в поселке. Это такой, знаете, один из основополагающих таких начальных институтов, в котором дети будут получать свое образование, знакомиться с социумом. Во всем Калининском районе всего 2 таких объекта строятся. Это как раз-таки вот у нас в Эммаусском сельском поселении и в Бурашевском сельском поселении. У нас сдали этот объект первым, и этот объект у нас будет показательным для всей Тверской области. В новом детском саду для ребят оборудованы медицинский кабинет и класс для работы психолога, музыкальные и физкультурные залы, современная игровая площадка и многое другое. Местные власти уверены, что открытие дошкольного учреждения поможет улучшению демографической ситуации в муниципалитете. Отметил глава района, все жители Эммауса очень рады и ждут, когда смогут отвести своих детей в новый детский сад.